На самом деле начинаются 11 магических дней. И я вам говорю это на полном серьезе. Мы все как бы так, ну, считаем, ну так не очень верим, но как бы на словах у нас такое есть, что, ну да, чудеса могут случаться. Но вот эти 11 дней, когда мы поем мантру Дханд Хан Рам Дас Гуру, которая уже как бы подтверждает, что молитва услышана, и молитва исполнена, просьба исполнена, и мы ее исполняем с благодарностью и принятием. И вам остается только в следующие, ну, полгода, 12 месяцев до следующего дня рождения принимать то, что приносит благословение Гуру Рамдаса. И это мой опыт и опыт наших учеников. Все просьбы всегда покрыты. А чудеса могут исполниться, просьбы могут исполниться не в том виде, в котором вы их просите, но к вам придет то главное, о чем вы просите. За любой вашей молитвой о чем-то стоит потребность. Она вами может даже не осознаваться. Если вы хотите какой-то дорогой автомобиль, то может вам нужно просто чувство безопасности, а может быть вам нужно чувство признания, а может быть и то, и другое. И, возможно, ваша мечта исполнится в виде дорогого автомобиля. А возможно, чувство безопасности и чувство признания придет к вам в абсолютно другом виде. И мы даже сейчас не можем представить, в каком. Но обязательно придет. Давайте будем настраиваться на эту практику. Мы практикуем в традиции кундалини-йоги школы йоги Баджана. И поэтому придерживаемся правил и технологию исполняем точно, как нам передал ее мастер. И любая практика в кундалини-йоге начинается с настройки, с мантрой «Онг Намо Гурудев Намо». Здравствуйте, Эльмира, здравствуйте. Присоединяйтесь. И мы говорим нашему уму: дорогой, уйди в сторону. Следующие час, это полчаса, я буду разговаривать не с тобой, а со своим высшим я, со своей душой. Вот такой более прямой перевод мантры Онг Намо Гурудев Намо. Мы отодвигаем ум в сторону, чтобы войти в свое истинное состояние, в свое я. Когда мы есть, мы всемогущие. У нас появляется все, все, что нам нужно. Поэтому прикройте глаза. Выгните макушку вверх, спина прямая, вытяните позвоночник. Канал сушумно должен, энергия должна хорошо, беспрепятственно подниматься вверх. Подбородок для этого чуть-чуть втягиваем в себя. И мысленно проверяем, что копчик, позвоночник, макушка у вас на одной линии. Вы не прогибаетесь вперед, не сутулитесь, не отклоняетесь назад, никак-то не перекашиваетесь. Выстроите себя. Центрируйте и выстроите себя. Почувствуйте ваш позвоночник. Фаланги больших пальцев, вот эти косточки, уприте в сердечный центр. Ладошки смотрят строго вверх. Плечи круговым движением вверх, назад, вниз. Соедините лопатки. Почувствуйте себя, почувствуйте себя изнутри, почувствуйте наполненность тела изнутри, почувствуйте свое присутствие изнутри. Выйдите из ума. Выйдите и только чувствуете. Вот сейчас ощутите себя, свое состояние, просто почувствуйте себя. И мы начинаем заземляться и настраиваться. Сфокусируйте внимание в точке межбровья. Начните осознавать дыхание, держите внимание в точке межбровья. Чувствуйте свой позвоночник. Прямой, сильный. Сделаем глубокий вдох, выдох.
Внимание в точке межброви, еще раз вдох. Выдох. И вдох, чтобы начать. Сделайте глубокий вдох. Глубокий, глубокий вдох. Задержите дыхание, сожмите промежность, втяните внутрь и внимание в точке межброви. Держите задержку. Фокус в точке межброви. Плавный выдох. Расслабьте промежность. Опустите руки на колени. И чувствуйте себя. И почувствуйте, насколько вы сейчас стали более стабильны, более в контакте с собой. Итак, у нас у всех есть желания. У нас у всех есть мечты. И что мы сейчас будем делать? Мы попробуем отдавать эти мечты Гуру Рамдаса, не пытаясь простраивать план, как это может произойти. Мы попытаемся соединиться с Гуру Рамдасом нашим сердцем и через наше сердце спроецировать наше желание. Даже не в словах. Не проговаривайте «я хочу то» или «хочу это». Прочувствуйте во время нашей молитвы, прочувствуйте то состояние, которое у вас будет, когда исполнится это чудо. Как вы будете себя чувствовать? Попробуйте испытать то счастье, которое у вас будет, ту наполненность, или это будет реализация, или это будет спокойствие, чувство безопасности, если вам нужны финансы, и вы знаете, что они придут, и как вы себя будете чувствовать. Вы будете себя чувствовать материально защищенными, и у вас будет какая-то безопасность. Или если вы просите о самореализации, о какой-то новой работе, войдите во время молитвы в состояние, что вы уже на своем месте, что вы уже занимаетесь работой своей мечты. Или если вы мечтаете о личных отношениях, также войдите во время молитвы вот в это состояние желанности, влюбленности, защищенности. Попробуем вот так. И давайте для начала настроимся на Гуру Рамдаса, сделаем медитацию связи для того, чтобы соединиться с этим потоком, и чтобы потом наше сердце открылось во время практики Дхана-Дхана, во время практики этого волшебного шабда. Я думаю, что у вас у всех есть портрет Гуру Рамдаса, и это вы как-то представляете, как он выглядит. Для тех, кто совсем новичок и, может быть, не знает, вот такой был святой, четвертый сикхский гуру, и он считается повелителем исцеления и чудес. И считается, что все молитвы, обращенные к Гуру Рамдасу, будут исполнены. Ну, и это на самом деле так. Я уже говорила в прошлых эфирах,
что в трудной ситуации я всегда к нему обращаюсь. Это автоматически у меня происходит. И всегда ситуации разруливаются. Когда я сама не могу справиться из своего ума, когда я не понимаю, как сделать, я: окей, Гуру Рамдас, вот это твоя забота. Я больше ничего не могу. Я как человек, я ничего не могу больше. Дай знак. Или разрули ситуацию. И, как правило, все разруливается. Немножко не так, как я планировала, потому что мой ум ограничен, и он не может представить ту гамму, тот миллион возможностей, которые есть во Вселенной, которые оперирует Бог или Гуру Рамдас. Но это всегда так. Так вот, сейчас мы закроем глаза, положите ладошки на сердечный центр и мысленно представьте перед собой Гуру Рамдаса. Итак, кладем ладошки на сердечный центр, правая поверх левой. И представляете себе Гуру Рамдаса. Если не можете представить Гуру Рамдаса, представляете себе просто святого, облако света, облако любви, все что угодно. И просто чувствуете ощущения. Неважно, как они вас будут, даже если у вас не будет ощущений, это все равно ощущения. Представляете мысленно, держите фокус на образе святого или на образе какой-то неземной любви, света, благодати. Держите этот образ и просто будьте, проживайте этот опыт соединения так, как вы чувствуете. Здесь нет правильного или неправильного. Открывайте свое сердце и чувствуйте. Это может быть очень глубокий опыт, могут быть глубокие ощущения. Это могут быть даже поток мыслей, таких как бы мыслей сопротивления, что нет, я ничего не чувствую. И это тоже ощущение, которое в вас выражается через сопротивление ума. Просто побудьте в этом. Просто знайте, что сейчас вы соединяетесь с телом, с духовным телом этого святого. Это так и есть. Как только мы к нему обращаемся, мы с ним соединяемся. Очень хорошо. И что будет происходить сейчас? Я включу шабд. Дхан, Дхан Рамдас Гуру. Если вы знаете текст, вы можете петь. Если вы не знаете текста, закройте глаза. Медитируйте под эту музыку, под эти вибрации. И просите сердцем через ощущение, что все уже у вас есть. То, что вы хотите. Те ощущения, которые вы хотите. Если вы хотите ребенка, то ощущайте, как вы будете его гладить, брать на руки, какое тепло и какая любовь будет разливаться у вас по сердцу. И так далее. Давайте. Глаза лучше закрыть. Настраиваемся и открываем свое сердце. Ни в чем себя не ограничиваем. Не ограничиваем себя в желаниях. Просите по максимуму. И одновременно просите и испытывайте благодарность, потому что это точно будет исполнено. Начинаем.
Ramna Sahura Jina Siriya.
прошло 7 минут, мы еще 3 минутки попоем, чтобы у нас получилось 11 минут. И открывайте свое сердце, открывайте, мечтайте, чувствуйте счастье. Вот уже сейчас чувствуете счастье в своем теле, во всех своих ощущениях, как будто все ваши мечты уже осуществились, все чудеса свершились. И вы будете вспоминать в течение следующего года, когда чудеса будут происходить, вы будете своим телом на клеточном уровне помнить, как это быть счастливым. Вот оно случилось, то, о чем я просил. Еще 3 минуты у нас есть, чтобы открывать свое сердце, доверять и отдавать все наши проблемы Гуру Рамдасу. Это так прекрасно. Так замечательно, когда мы верим в то, что Создатель, который создал нас, который создал наши проблемы, отдать Ему уже наши проблемы, пусть Он сам их и решает. И у нас есть канал для этого, у нас есть Гуру Рамдас, покровитель всех, кто практикует кундалини-йогу. Просто доверьтесь Ему. Сохраним, конечно, эфир. Данна Рамдас Гура Джина Сирия Джины Сава. Своих просьб просите. Сегодня с нами в нашем кругу у всех свершились их чудеса. Помолитесь за другого, помолитесь друг за друга. Нас здесь 43 человека, а посмотрит нас тысячи. И пусть у вас у всех, кто присоединился к этой вибрации, кто хотя бы минуту побыл в нашем поле, пусть Гуру Рамдас исполнит все ваши самые заветные мечты, и пусть чудеса придут в вашу жизнь. Segura jina siniya jine sevariya danna danna ramda segura jina siniya jine sevariya. Oh,
Глубокий вдох. И задержите дыхание. И почувствуйте полное спокойствие. Спокойствие от того, что вы знаете, что все будет исполнено. И вы спокойны и благодарны. И плавный выдох. И еще раз вдох. Задержка. И испытывайте благодарность, испытывайте принятие и покой. Уверенность. Так есть. Так и будет. И выдох. Еще раз вдох. И почувствуйте непоколебимую уверенность, что все, что вы просите, уже есть. В силу того, что вы есть. Вы чудесны по своей натуре. А значит, чудеса принадлежат вам просто по праву одинаковой вибрации по закону резонанса. Выдох. И посидите минуту в этой тишине, в этом спокойствии, в благодарности, в принятии. Скажите себе, что каждый день вы будете открыты к чудесам, к маленьким и большим. Что каждая улыбка в ваш адрес, каждое доброе слово – это чудо. Каждая улыбка, которую дарите вы другим – это тоже чудо. И из таких маленьких чудес складываются большие чудеса. Когда вы открыты для малого, вы способны увидеть и большое. И поблагодарите Гуру Рамдаса за то, что ваши молитвы услышаны, за то, что они приняты, за то, что вы приняты в дом Гуру Рамдаса, за то, что вы благословлены, за то, что 50 человек сейчас в одном кругу возносят благодарность и мольбы Гуру Рамдасу. И также просит за то, чтобы ваши мечты были исполнены. Пожелайте исполнения чудес каждому, кто в нашем кругу. Пожелайте нам встретиться через год на этой же практике и поделиться, что произошло, что исполнилось. И как чудеса, которые исполнились, во много раз превзошли то, о чем вы просили. И сложим ладошки перед грудью, сердечной молитвенной мудре. И трижды споем сатнам. И как бы запечатаем наше пространство, запечатаем наше состояние, говоря о том, что я есть истина, мое бытие есть истина. А значит, вы способны увидеть чудеса во всем. А значит, вы способны увидеть возможности, которые открываются каждый день для каждого. Бог ни от кого не отворачивается. И у Бога нет выходных. Делаем глубокий вдох. И выдох. И вдох, чтобы начать. Пусть Бог благословит вас. Пусть сияние и сила Гуру Рамдаса наполнит вас, исцелит вас. И пусть все чудеса, которые вам нужны свершаться, и даже больше,
во имя блага для всех живых существ. Садхана. Плакали всю медитацию. Это прекрасно, что вы плакали всю медитацию. У меня первый раз было то же самое. И первый, и второй, и третий. И практически каждый год. Происходит сначала как очищение сердца. Мы испытываем эту любовь, мы испытываем чувство единения, что мы не одни, что Бог-то рядом, и что помощь-то рядом. И мы также чувствуем наше объединение, что мы есть друг у друга. И мы всегда можем помочь. И тренинг учителей – это не педагогический колледж, где вас учат, как учить. Нет. Вас учат стать мастером себе, учителем самому себе, мастером, гуру самому себе. И не важно, что вы будете делать с этим сертификатом, который вы получите. Но главное, тот опыт, который вы проходите за год, обучение длится год, опыт переживания себя, опыт вот этого раскрывания. Там столько слез, столько улыбок, столько опыта познания себя, что вы потом становитесь истинными, вы уже не можете врать самому себе. И когда вы истинны, когда вы сонастроены со своим потоком, вы уже своим присутствием учите. Люди уже тянутся к вам, просто тянутся на ваши вибрации. Ну и все возможности притягиваются на ваши вибрации. Потому что когда вы излучаете на своей истинной частоте, вы начинаете притягивать все, что вам надо. Вам даже не нужно это ни у кого просить. Дверь открывается еще до того, как вы к ней подошли. Но это так. Да, всем чудес, всем исполнений желаний. И название этих всех практик – Шабда, Дхан, Дхан, Рамдас, Гуру. Посмотрите в интернете. Дхан, Дхан, Рамдас, Гуру. И вы найдете слова этой мантры. Да, да, мы выложим под это видео, выложим Шабд. Да, да. Спасибо большое. До завтра. До завтра. И чувствуйте, что все будет хорошо. Все исполнится. Все, что вы хотите, все исполнится.